коротенькая и быстрая экскурсия по центру города Немана, Ленинградской области. Вот, назван по имени реки Неман, которая протекает здесь совсем рядом, но к ней трудно подойти, потому что все захламлено, заросло, вот, и все прочее. Вот. Вот сейчас Стелла советский, какой-то герб или русский под сим в безопасности. Ну, не знаю, наверное, это замок тевтонский. Так. Солнце, к сожалению, сейчас не очень выгодно расположено для съемки. Сейчас перейду в другой ракурс. Вот. Надо будет сейчас пройтись сюда, вот, и потом сейчас я буду наведу объектив. Вот. Когда он исчезнет, солнце с моего лица, это значит, солнца уже нету. Опа. Все. Вот замок прямо в центре торчит между домов немецких. Старый тевтонский замок. Название я потом посмотрю, напишу. Вот, собственно говоря, вот он. Магазин «Спутник», «Орхидея», торговый центр. Так, много цветов посажено. Много цветов таких красивых, ухоженных. Сейчас, осматривая центр, собственно говоря, я сейчас иду просто к одному очень красивому памятнику, вот, который не то что стоит запечатлеть, его нельзя не запечатлеть на видео. Он, в общем-то, может, он и новодел, но тем не менее очень достойный. Скульптура, или как ее даже правильно назвать. Но это не памятник классический. Внимание этого вопроса. Так, сейчас опять. Так, это улица Советская, а мы шли по улице Победы. Центральная улица Немана — это улица Победы, вот, а это вот улица Советская спускается сюда вниз от Немана на юг. Так, это у нас дворец культуры. Вот он нам сейчас как раз солнце закроет от объектива, и нормально будет, можно будет снимать. Так, вот дворец культуры. Ну, он похабный, как и все дворцы культуры такого стиля, построены по всей Калининградской области совершенно. Я не знаю, как это называть, стиль советский. В общем, черти что. Там домик красивый, но это намодел, по-моему, Сбербанк России. А вот этот вот дом симпатичный. Там находятся два департамента административных, там сельского хозяйства и еще чего-то. Вот сбоку тут как раз и стоит то, что я назвал памятником. Сейчас посмотрим. Так, вот здесь надо обязательно бассейн пустой заснять, это тоже. Детвора шныряет по густому бассейну. Вот, водички нету. Ну и ладно. Вот это вот украшение. Вот такое. Город Неман назывался при немцев Рагнит. Или Рагнит. Не знаю ударение, как правильно поставить. Вот гербы. Сейчас посмотрим. Вот такие масонские там глаза такие всевидящие. Вот 1722 Шубер Айс Рагнета. Вот его такая как бы карта. Да, значит, башня это все-таки стояла рядом, она не была, не привыкала к замку. Да, вот там вот южнее, там Неман, дворец и дорога туда еще дальше. Вот, а вот это вот та стела, которую, собственно говоря, скульптура
Она бронзовая. Вот. Ключ. Замок. Вот. И девушка такая вот. Красивая. Изображена. У нее такой на голове обруч со звездой. Что там, я, к сожалению, не могу рассмотреть из-за света, но потом можно будет на видео рассмотреть. Вот она здесь стоит. Здесь у нее на поясе тоже что-то изображено. Да, это похоже на ангелов. Ветка дуба с желудями. Вот такой прекрасный стоит образ. Монумент, памятник. Я не знаю, как правильно сказать. Вот. Ну а дальше я уже пойду по городу в сторону автовокзала, потому что время, к сожалению, поджимает, и много я тут посмотреть просто не успею.